Можно ли считать смерть таинством? Конечно, можно. Понимаете, мы отпоминаем память святых, мы берем их день смерти. И, в принципе, день смерти, и отмечают, да, годовщина, все, потому что это переход в другую жизнь. Это таинство перехода в вечную жизнь. По существу человек должен благодарить, что, наконец-то, человек упокоивается. Потому что, действительно, если так честно говоря, несмотря, конечно, на то, что православный должен все время радоваться и благодарить Бога, но бывает очень тяжеловато и тоскливо, да, когда все приземлено. И поэтому, когда душа ищет вечность, есть опыт пребывания с Богом, то, конечно, смерть не трагедия, а это испытание нашей любви, нашей веры. Смерть – это действительно таинство, где человек сеется, да, его тело сеется в землю, чтобы потом взошло новая жизнь, восстанет другой человек. Но хотелось бы, чтобы этот человек восстал и пошел за Христом.